Так вот, по поводу вождения. В общем, я думаю, было все нормально. Да главное, как бы, не знаю. Ну хотя это не получится, нифига. Расслабиться? Ну. Да. Ну, может, как боксеры на шатыря, я не знаю, Я сдавал еще, мне 16 лет было, я сдал. А, вы это, от школы, да? Да. У ПК? Да, да, да. Ага. А у меня, ну, я сам из Североморска. Я тоже с области. Да? А вы откуда? С Никеля. А, ну у вас тоже там был учебный комбинат. Да. Просто видите, Североморск, несмотря на то, что он маленький, у ПК находился абсолютно не в шаговой близости, он был очень далеко, и мне было лень туда ходить. Я сейчас очень об этом жалею. Ну, блин, все-таки пошел. Как раз в тот период, когда навалилось очень много работы. Моя коллега ушла в декретный отпуск, и вот я пошел за двоих. Ну, как пошел? Работаю. Я же это... Не то чтобы там устаю. Я помню, когда я город сдавал, у меня сел, короче, только была зима, сел инструктор, сел гаишник, и сел еще два человека сзади. И я, короче, думал... Светение, да, такое? Я как бы, нет, просто как бы я парился, то, что я заглохну, потому что народу много, машина тяжелая, и тронуться будет тяжелее в горку. Вот в чем дело. Когда в горку трогаешь, тяжелее же. Ну, конечно. Вот. Я так запарился вообще. Экстремальное вождение. А она до конца не тормозила, да? А это АБС. То есть не соприкоснется, да? Охренеть, а еще что он тормозил-то? Полоса свободная была. Черт его знает. А мы куда? А, вы просто перестраиваете. Да. Я уже крыша. Музыка у вас хорошая. Жесть, меня аж затрясло. А внешнее абсолютное спокойствие. Не, зимой тяжелее сдавать. Вообще не знаю. Как. Я вообще, когда сюда приехал, я сел за руль, и я тоже такой, блин, что вообще, как тут? У меня же даже светофоров нет в области. А, ничего себе. Ну там 13 тысяч населения. Вот. Я такой, ну, там-то нормально катался, а тут сюда приехал, тут эти полосы, перестроения. Я вообще не понимал, как тут ездить. За 2-3 дня где-то я освоил.